волшебный горшок. Мистери, друзья так, мои, давай. Слушай, начинаю сразу готовить. Итак, друзья мои, смотрите, какая вкуснятина. Что будешь готовить? Хочу приготовить пасту. Так. Смотри, обжариваю фарш, как мгновенно он начинает жарить. Я только что включил температуру, надо обжарить фарш. Так. Следующий я закидываю вот такой вот перец. Ага. Потому что волшебный горшочек полностью заменяет сковородку. Пять в одном. Подожди, заменяет. Он заменяет нам, конечно же, функцию фритюра. Но самое главное, пароварка, тушение и функции мультиварки. Я так. тебе сейчас все обязательно расскажу. Стой, Олег, подождите, давайте с вами рассмотрим это все в рамках цены. Мне вот это интересует больше всего. Это новинка. Вы уже ее успели приобрести? Если нет, сделайте заказ прямо сейчас. Напоминаю, плата только при получении. Волшебный горшочек, волшебные блюда для вашей семьи. Вы уже успели сделать заказ? Сделайте. Итак, правильно, для кого нужен этот волшебный да, горшочек? Кому? В первую очередь, для хозяек, кто хочет необычно приготовить блюдо. Как необычно? Вы представляете, необычная форма. Стеклянная крышка, при помощи которой вы наблюдаете процесс приготовления. Придет к вам подарок. Друга и позавидует, какой у вас прекрасный волшебный горшочек, ну, который я, сам готовит. Кстати, Олег, я понимаю, о чем ты говоришь, да, про вот это удивление, потому так. что я, честно говоря, до сегодняшнего дня таких вещей не видела ни в одном магазине ты права. Бытовой техники вообще ни разу. Совершенно верно. И главное, самое интересное, Олечка, ты права. Слушай, я тебе сейчас буду доверять ответственные вещи. Помешивай. Давай. А я буду выкладывать картошку фри, потому что я хочу приготовить сюда к нам основное блюдо. Какой аромат. Тут аромат просто невероятный. Так. Ну что ж, друзья, я напомню, как сделать заказ. Вы звоните по номеру 8 800 301 69 90, и заказывайте свой волшебный горшочек. Слушай, ну это действительно волшебная вещь, если считать, что она умеет? Она умеет жарить прежде всего, да. что не могут ваши мультиварки. Или это заменяет, конечно же, сковородку. Но главное, что она компактна. Помешивай. Обязательно помешивай. Слушай, ничего не прилипает. Посмотрите, вот просто вы на это посмотрите. Для меня это очень приятно. Что ничего не прилипает, как нашим с вами старым сковородкам. Помните? Смотри, что бывает? я добавляю сливочки. Пусть это все потушится. И добавляю сыр. Пусть это все потомится. Помешивай. Помешать, да, помешай. Отлично. Все оставляй и начинаем дальше с тобой продолжать готовить. Ой, у меня слюнки потекли уже. Как это вкусно выглядит. А главное, как это здорово пахнет. Друзья, жалко, что вы не в нашей студии. Оля, у меня для тебя рецепт. Так. Друзья мои, мы... При помощи фритюра волшебный горшок готовит, конечно же, функции фритюр. Здесь есть. Вот такая сетка идет в комплект. Мы приготовили картошку фри. Но нам нужно сюда приготовить, согласна? Да. Филе куриное. Куриное филе. Филе в панировке. Отлично. Итак, друзья, я напоминаю еще раз, это целое многофункциональное устройство для вашего дома. Готовьте вкусности, а вы готовы? Вы уже знаете, чем вы будете кормить своих близких? Мы знаем, вы приготовите множество блюд легко и просто. Посмотрите, ваш волшебный горшочек готовит прекрасные блюда, а именно верхний ярус, который идет в комплект. Помните, вроде как бы у мультиварки, но это лучше, потому что вы видите, как вы готовите. Грибочки, прекрасные грибы в сырном соусе с брокколи. Мы готовили это на пару. Перец один, перец второй. Я, конечно же, достаю помидор, который приготовил на пару, и достаю вот эти прекрасные... Слушай. Это экономия времени, по сути, потому что ты готовишь сразу два блюда синхронно. Да, совершенно верно, друзья мои. А вы знаете, что эта прекрасная решетка, она идет в комплекте. А это именно. Здорово. Значит, вы готовите два блюда в комплекте. Посмотрите. Так, секундочку. Подождите, мы должны полить соусом. Ох, потрясающе. Итак, друзья, это новинка сегодняшнего дня. Волшебный горшочек Мистери. Такого горшочка нет ни у одной вашей подруги. Вы будете удивлять своими кулинарными изысками. Олег, у меня тут тоже, кстати, готово. У тебя... Давай мы это выключим, потому что это абсолютно готово. Итак, 5 в 1. Этот волшебный горшочек заменяет нам кастрюлю. Нет, так. включает функции, скажем так, кастрюли, сковородки, мультиварки, пароварки и функцию фритюра. Вы представляете, ни одна мультиварка это не делает. Оль, ну у меня для тебя сюрприз. Я уже готова.
Слушайте, друзья мои, помимо того, что вы сейчас это наблюдаете, конечно же, эту прекрасную куриную грудку я достаю. Это тушеное мясо. Ужин для настоящих мужчин. А чем вы кормите, кстати, своих мужчин? Любите ли вы мясо? А какое мясо вы любите? Сухое? Либо сочное, мягкое. Наши телезрители выбирают сочное и правильно делают, потому что они выбирают вот эту прекрасную, прекрасный чудо-горшочек. Смотрите. Кстати, Оля, Олег, смотри. Подожди, а мы с тобой, знаешь, еще что не обсудили? Что? Помимо того, что можно готовить разные блюда, можно ведь и выбрать цвет. Конечно же, смотри. Мне Олечка, кажется, вот смотри, Миша какой, очень вот здесь вот даже... хочет, но посмотри на Мише его лицо. Дадим. Да, хочет. Михаилу сеть. Нет, Оля, тебе попробуешь, а Михаилу я дам тоже. А он тоже слушай. Хочет. Итак, друзья, действительно, такую красоту хочет все, хотят все, и даже Миша, Наташа, наш продюсер, нашего оператора говорит, тоже дадим. Она тоже хочет, чтобы оставили ей кусочек. Наташа тоже хочет. Говядина, говядина, чудо-горшочек, 5 литров объемом. Отставьте мне эту тарелочку на ужин, пожалуйста. Обязательно сделаю, я обязательно. Ну скажи, что ты ощущаешь? Вот поделись с нашими телезрителями, что ты ощущаешь? Удовольствие, одним словом. Это... Знаете, мы все любим поесть. Поесть. А вкусно поесть мы любим еще больше. Но самое главное, знаешь, я мясо не часто готовлю. Так. По мне это довольно-таки сложно. Сложно. Но вот если ты так просто приготовил такое вкуснейшее мясо, я тоже, наверное, справлюсь. Ты легко с этим справишься, потому что все рецепты, все меню на русском языке. Смотрите, друзья мои, сейчас я приготовил картошку. Картошка, посмотрите, сколько ее много. Ты тушил ее, да? Я ее тушил на специальной функции, и здесь, конечно же, здесь так, есть русская... Так, про функции, подожди, про функции. Очень важный момент. Вот легко или сложно в ней разобраться, в этом горшочке? Слушай, ну вот наши телезрители наблюдают, что 8 программ нажатием одной кнопки, и все. Вот я сейчас ставлю, и вы смотрите, как легко здесь нажимаете, и все. Итак, какие функции? Обжаривание, быстрое обжаривание, фритюр. Приготовление на пару, конечно же, тушение. И вот это вы все готовите у себя. Я вот это хочу. Нравится? Паста. Давайте посмотрим, что получилось. Получилось очень красиво, очень аппетитно. Я прям себе... Давай я себе порцию наложу. Итак, друзья, посмотрите, какая красотища. Давай я помогу. Давай. Слушай, смотрите. Посмотрите, как это все тянется. Ой, сыр даже, смотри, потянулся. Так, я за вилкой пошла. Я пошла за вилочкой. Слушай, ну а может быть еще курочки туда же? Курочку? А, ну, дай давай. Ну что, друзья, приятного аппетита. Вот что мы приготовили на нашем волшебном горшочке. А что вы в нем готовите, те, кто уже успел заказать сегодня? Мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших отзывов. Делитесь впечатлениями, как вам готовится, насколько вкусно у вас получается. А я скорее буду пробовать, Олег. Слушай, ну я, знаешь, что тебе скажу? Посмотрите, какие простые блюда. Итак, что включает в себя функция волшебный горшочек? Какие функции? Кастрюля, сковородка, функции мультиварки. Вот она, прекрасная паста. Ты должен это попробовать. Это очень вкусно. Ты мне потом рецепт запишешь. Да что тут рецепт? Кастрюля, сковородка, фритюр, пароварка и мультиварка. А самое главное, это для тех хозяек, кто хочет удивить. Вы представляете, как легко? Здесь открытая крышка, стеклянная. Главное, что вы ставите на середину стола и наблюдаете за процессом приготовления. Это вот. Увлекательно и интересно. А вот как Но подожди, сейчас... подожди. А если я уйду, автовыключение есть там? Конечно же, здесь оно отключится. Кстати, на каждую программу свое время приготовления. Оля, правильно, что ты обратила на это внимание. Кроме этого, есть здесь функция отсрочки приготовления. Но самое главное достоинство, что здесь необычный дизайн. И, конечно же, стеклянная крышка. Наслаждайтесь, где... готовься. Да, совершенно верно. Оля, смотри, как интересно. Вот ты согласна, вот я сейчас готовил пасту. Пасту, да, вот пасту я сейчас готовил, забросил вроде все ингредиенты. Угу. Ты можешь посредине стола поставить, дать каждому пол лопатки и помешивать. Накрывайте крышку и наблюдайте процесс приготовления. А мультиварки так не видно. Ты знаешь, у меня так тоже часто бывает, когда гости внезапно приходят, так. И я стою к ним спиной, к столу, стою возле... конечно же, плиты, так. И стою к ним спиной. И мне интересно в этот момент, а если сделать из этого увлекательное шоу? Представьте, как будет интересно. Вы хотите удивить своих близких? Хотим. Вы хотите, конечно, что-то необычное приготовить? Тогда это решение для вас. Действуйте!